Начнем с краткого комментария по матчу. Насколько сложно сегодня игра удалась? Да, вот первые два периода такие довольно-таки равные получились. Может быть, даже соперник где-то нас переигрывал, но в концовке мы их перетерпели. Вот, и Башка хорошо отыграл в том моменте, полез на ворота, нагло забил гол. И это, мне кажется, переломный такой был. Они вроде в большинстве должны забивать, и забили мы. Вот, и они надломились, и дальше пошли голы от нас. В третьем периоде был еще эпизод заброшенной шайбы нашей, первой, которую они засчитали. Насколько вы были уверены, что отменят, засчитают? Как вообще на скамейке момент проходил? Ну, как главный тренер сказал, там 50-50 было. Вот. Ну, мы были готовы. И засчитает, он хорошо, не засчитает. Ничего страшного, продолжаем работать, терпеть. И каждый верил друг в друга, и все воздалось. Мы с Александром Ефремовым разговаривали о том, что день рождения клуба, дома, все-таки ответственность дополнительная на игроках всегда. Насколько для вас было сегодня, может быть, наоборот, лишнее вдохновение? Может быть, легче было играть? Ну, то, что ответственность, мне кажется, нам это круто при таких условиях играть, потому что и болельщики гонят нас, а у них тоже праздничное настроение. И вот выступала группа у нас на раскатке, и это все так, ну, круто было с самого начала. И, конечно же, все это увенчалось победой, и как вишенка на торте, все радостно ушли домой. С трактором 4 матча в сезоне, 4 победы. Можно ли сказать, что какой-то, ну, так любят говорить, что нашли рецепт, но какими все-таки матчи были все непростые? За счет чего соперника переигрываем? Ну, работоспособность. У нас очень работоспособная команда, которая хочет и которая может, прежде всего, играть первым номером, держать шайбу, забивать, вот, работать на команду. Вот, у нас нет эгоистичных игроков, которые тянут и дело на себя. Все хотят победить. И по зернышку так вот мы идем в турнир таблицы.